Привет, ребята! Кто это есть? Правильно, это экскаватор. Он роет яму, чтобы найти поврежденные кабеля. Но тут ничего нет! Еду завтра. За ночь знак куда-то пропал. Он показывал, что нужно объехать яму. Стой, стой! Опа! Машинка попала в яму и не может сама выбраться. Помогите! К счастью, ее услышал трактор и приехал на помощь. Спасибо! Теперь можно ехать дальше.